рисую свой двор Луганским, площадку, где я каталась, деревья, которые видела из окна. Я это помню, я каталась на качели, на горке каталась. Я это помню. Я каталась на горке с моей подружкой Машей. Сейчас, наверное, эта горка там стоит. Моя мечта — вернуться в Луганск, город, где я родилась. Там родились мои бабушка, дедушка, мама, папа, все. Я хочу туда вернуться. У меня была, квартира, моя комната. У мамы и у папы, и у бабушки, и у дедушки была моя комната. Я там, собирала коллекцию кукол, которые вручную сделаны, 50 штук там было. И теперь они пылятся там. И ждут меня. И мой балкон выходит на сторону двора, и туда попал осколок снаряда. И мама приезжала и собирала осколки. И там еще разбила окно, и надо было менять. Я теперь переселенка. Мы снимаем квартиру там. Там все чужое там. Войну нужно прекратить, чтобы не стреляли, чтобы вернулась я туда и все в Луганск. Я там родилась. Я хочу там жить. Я бы хотела поехать туда, но я не могу.